трахнулись в Новогорске, пошли позавтракали мы. Потом поехали все команды и тренерским медицинским штабом в аэропорт. И уже 5 часов летели в Турцию. Там нас ждал уже автобус. И мы все команды также поехали в Глорию Спортс-арену. Вечером провели такую восстановительную больше тренировку, потянулись, подготовились уже к сегодняшней тренировке. Вкусно поужинали, выспались, отдохнули. И вот с новыми силами сегодня была первая тренировка ВКонтакте. Для тренировок здесь есть, мне кажется, все. И для восстановления, и для индивидуальной подготовки. Да, я здесь уже не первый раз. Еще был с ЦСКА года 3-4 назад. И, наверное, действительно здесь все для спортсменов. Вкусное питание, номера, восстановление. Вот, поэтому хорошо, что в этом году РФБ выбрала эту базу. Мы начали поэтапно. Вот, сначала гимнастика, чуть потянулись, потом уже баскетбольные какие-то навыки. И вот постепенно подходили к этому. И вот сегодня уже первая ВКонтакте у нас тренировка. Я думаю, что все уже рады, все готовы. И будем только с каждым днем все лучше и лучше становиться. Я понимаю, это всем будет интересно смотреть на сборную, на ту группу игроков, кто будет участвовать. Посмотрим. Это будет действительно микс старших, если скажем, старший игрок 25 лет. Этим коллективом мы выступим у Перми. Самоотдача – это будет одно из главных. Конечно, с Аталантом приезжает в сборную – это чувство и патриотизма, это чувство внутреннего состояния, души. И вот у кого есть желание, если уже приходит, тогда точно должен знать, что хотят. А мы тренируемся здесь им максимально помочь.